9 октября прошли выборы акимов Куандинского и Турткутукского сельских округов. В каждом было выдвинуто по 3 кандидата. Занимавший ранее должность акима Куандинского сельского округа Абай Хакимов, главный специалист аппарата акима сельского округа Лаура Муритова, заведующий сектором отдела строительства Ерсаина Ушакимов. Также Алибек Унгунусов, который до выборов занимал должность исполняющего обязанности акима, заместитель директора Турткутукской школы Назира Сулейменова и главный специалист аппарата акима Экибастанова Тустского сельского округа Амангельды Симбаев. На нашем участке могут проголосовать жители сел Куэнды, Темиртас и Курылыс. Общая численность 430 человек. На данный момент проголосовали уже 36. Настрой хороший. 4 человека сделали свой выбор впервые. Им только в этом году исполнилось 18. Стоит отметить, что этот избирательный участок работает с 8 утра. Несмотря на то, что голосовать можно было в течение всего дня, большая часть жителей села сделали свой выбор в первые часы работы участка. Самые актуальные проблемы на сегодня – это благоустройство и ремонт дорог. Надеемся, после выборов эти вопросы будут решены. В селе Бескауга 551 избирательный участок расположен в здании школы. Здесь наблюдалась высокая активность жителей. Свой выбор они сделали с расчетом на эффективную работу нового акима. Хотелось бы пожелать новому акиму плодотворной работы. Конечно, в первую очередь стоит обратить внимание на состояние внутрипоселковых дорог и качество сотовой связи. Здесь зарегистрировано 193 избирателя. По словам председателя участка, подготовка прошла должным образом. Подготовка прошла согласно требованиям. Каждый кандидат ознакомил население со своей предвыборной программой. На участке, как и полагается по правилам, присутствовали наблюдатели. Большая часть из них – это доверенные лица кандидатов на пост акима. В селе Бескауга никаких нарушений не выявлено. На данный момент охват составляет уже приблизительно 30-35%. Все проходит хорошо. По предварительным итогам за кандидатуру Абая Хакимова проголосовали 70% избирателей Куэндинского сельского округа. В Торткудукском сельском округе лидировал Алибек Унгунусов. Его поддержали 60%.